Вот. Значит, друзья, английский клуб у нас не презентуется, правильно понимаю, да? Мы вычеркиваем его, да? К сожалению, они не появились. Да. А вы что сделали, чтобы не появились? Вот. А зообук готовы. А гумлаб готовы. Вы получили это шаблон презентации там свежий? Да, да. Супер. Вот. Эко-косметика давно готова. Вот. Я тут зашел в 9:30 ровно, они уже сидели готовые. Говорю, куда нам флешку поставить, покажите, пожалуйста. А там на первом этаже не придумано место, где флешки. А то бы уже на входе все бы посмотрели презентацию. Вот. Эко-технопарк. Да, он пытается попасть к нам. Отчаянно их не пускают. Значит, аптеки. Уже выступала. Но, глядите, да, по итогам вчерашнего у аптек очень высокий средний балл, почему-то 10. Не знаю, хотя вы ничего рассказали, да. Вы, видимо, всем понравились чем-то. А у Яны недостаточно высокий балл, у нее 7,4 там, с копейками. В общем, меньше, понятно, не проходной. Ну и, видимо, она поняла, что ей ничего не светит и не пришла сегодня. Видите, да? Вот. Но может быть, она на самом деле сказала, что у нее семейные обстоятельства, она не может, может завтра присоединиться, но уже как бы по какой-то упрощенной программе. Поэтому пока, увы, нет. Дом совы. Лена. Готовы? Нет. Не совсем так скажу. Это никого не волнует уже. Классика здоровья. Ну вот мы уже... А, аптеки-то, плющик, все. Еще один раз. Но если ты переделала что-то, улучшила, можешь еще раз. Я пока не переделала, но сейчас... Я но, успею, да, смотри, да, да, можешь сделать, мы тебя можем наконец поставить, если что. И... Кажется, здоровье, она не может до обеда. А, она до обеда только не может, да? Ну, короче, видите, да, вот с классикой здоровья мы понимаем, что происходит. Центр развития готов. Центр развития готов. Ну, и мам-тайм тоже, видимо, не может, да? Не может. Вот, все. Как Мария Новикова прям. А никто не видел Марию Новикову? Она просто в Калининске здесь появилась вроде бы и, видимо, заблудилась. У вас бывает, что люди пропадают в библиотеке? Ну, они обычно находятся. Находятся, через да? Через 2 дня, через 3 дня. А, ну нормально. Подождем до понедельника, а? Надежда есть. Надежда есть, да. Марии нет, надежда есть. Вот. Отлично, друзья. Ну что ж, а кто первый? Вторая Новосибирская гимназия, да? Давайте по порядку. А, по порядку. Отличное предложение. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот. А, значит, друзья, да, но в 13:30 ровно мы должны будем перейти, если что, быстро туда эвакуироваться, понимаете? Все, кто не успеет выступить до 13:30, продолжит выступать в антикафе на втором этаже. Только тут нужно будет все... Да. Так. Ну, то есть, хорошо, 13:25 мы закончим здесь. Ну, я думаю, успеем. Да, за 5 минут, да? А, за 5? Нет. 13:20 мы закончили 15 здесь. 15 минимум, подожди. Ну, пока мы все уберем, попросим. Нет, ну, тогда давайте сразу перемещаться. Сразу переместиться. Так, а сколько у нас осталось? 15 минут. Серьезно? До часа. До часа, да. Полчаса. Вы, может, успеете спросить? Вы решаете. Всех не успеем, нет. У нас там выступающих. А? У нас там выступающих. Давайте перемещаться, потому что, правда, флипчарт перенести. Там будет хороший здесь тесный круг, и мы как раз все... Значит, коллеги, да, как это происходит? Мы спускаемся.